Напомним, что центр оказывает населению немедикаментозные услуги по лечению и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата и других функциональных нарушений организма методами кинезиотерапии. Система занятий включает в себя комплекс различных упражнений, выполняемых на специальных тренажерах, в частности, на многофункциональных тренажерах доктора Бубновского. Пациенты центра кинезио получают консультацию врача по лечебной физкультуре, занимаются суставной гимнастикой, имеют возможность воспользоваться услугами массажного кабинета, а также посетить сауну. Сюда пришли инструкторы, которых есть отзывы от людей. Чувствую себя отлично, эффект есть. То есть пришел сюда со спастикой, все равно были нарушения движения. Сейчас стало намного меньше. С 2007 года артроз коленных суставов, с 2018 года тазобедренных артроз. Поэтому мне прописана была лечебная физкультура доктором, и мне надо было только заниматься. Я раньше ходила на физкультуру, в спортзал ходила одно время. Мне запретили, сказали только сидя и лежа. И когда я узнала про этот центр, я с удовольствием позвонила, записалась и пришла. На второе, наверное, занятие мне мой инструктор говорит: теперь ложитесь. Я говорю: мне не лечь, у меня болят коленки. Он мне подставил стульчик, научил, как вот потихонечку, и я ложилась. Вставать тоже со стульчиком. А сейчас я уже третье занятие, я ложусь сама. Я пришла с остеохондрозом и вот записалась на массаж. Там массажист очень опытный. Я уже не первый раз делаю массаж, а сейчас я была просто довольна. Когда я сюда зашла, такое просторное, чистое помещение и замечательные администраторы. Очень теплая обстановка. Такое ощущение зашло, что меня здесь ждали. В общем-то, мне очень нравится. У меня спина очень сильно болела, поэтому я обратилась в этот центр, где очень добрые люди мне помогли. 5 сеансов, и я ожила. Нет, такого быстрого не ожидала. Я первый раз пришла просто как на экскурсию посмотреть. И когда я увидела вот этот зал, когда я увидела инструкторов, которые здесь работают, я очень захотела сюда попасть. И я люблю все тренажеры. Мне нравится очень бывать в сауне и у массажиста. При четком соблюдении основных принципов кинезиотерапии положительные результаты не заставляют себя долго ждать. Комплекс специально подобранных упражнений помогает добиться активизации естественного процесса восстановления тканей, устранения болевых синдромов и мышечных спазмов, оптимизации кровотока, ускорения процесса реабилитации после травм и операций. Узнать все подробности о работе центра кинезио можно на сайте, а также по телефону 42065.